Ребята, всем привет! У нас пошла вторая неделя. Вчера у нас была вторая тренировка. Разобрали там комбинаторику, упрощающие правила. Кстати, вот последняя очень классная тема для новичков. Я еще не добрался до нее, но сегодня-завтра буду ее разбирать и применять на практике. Так, в пятницу мы еще провели тренировку с командой, с напарниками нашими. Разобрали две раздачи подробно, очень подробно познакомились. И, в принципе, все. Начинаем вторую неделю. Домашка есть, ее много. Но когда ты вовлечен в процесс, это ты не замечаешь. Тебе становится интересно. И вот, сейчас домашка я по полной. Так-то все уже.